Привет, друзья! На связи Саша Карельский, вы смотрите канал «Алга Петербург». И сегодня мы покажем вам небольшую передачу про Ефима Ташлицкого. Да-да, абсолютно верно. Это тот самый автор книги «Слушая Димаша». Ефим Владимирович Ташлицкий родился 28 декабря 1946 года в городе Янгиюле Ташкентской области. С раннего детства и до отъезда в Израиль в 93-м он жил, учился и работал в городе Самарканд, Узбекистан. Ефим Владимирович – профессиональный журналист, бард, поэт и музыкант, автор и исполнитель более 60 песен под гитару. И сегодня он в гостях на канале «Алга Петербург». Смотрим! Меня зовут Ефим Ташлицкий. Я живу в городе Петах-Тиква в Израиле. И хочу рассказать вам, как я познакомился с творчеством Димаша. 2,5 года назад, прослушивая любимые песни в YouTube, я вдруг наткнулся на это имя и фамилию Димаш Кудайбергенов. Поскольку я знаю тюркские языки, я понял, что Кудайбергенов это обозначает «даренный Богом». Я послушал его песни. Послушал сначала одну песню, потом другую, потом третью. И я в буквальном смысле слова улетел. Улетел от его таланта, от его голоса, от великих тайн, которыми обладает этот певец. Бесподобный певец и бесподобный голос. И я стал задавать себе вопросы, как и многие другие. И иностранные вокалисты, блогеры. Откуда? В чем секрет Димаша? Ну, во-первых, конечно, это в бесподобном диапазоне голоса. Это в чистоте его голоса. В уникальной чистоте его голоса. И потом я понял, что секрет его в том, что он родился в той среде, где есть добрые люди, где люди почитают старших, где люди почитают искусство. И ответы на эти вопросы сразу появились у меня. Дело в том, что я стал писать стихи, посвященные Димашу, и затем издал вот этот сборник, который называется «Слушая Димаша». В этом сборнике сначала было 18 стихотворений, а во втором сборнике 28 стихотворений. И вот что я вначале написал в предисловии. Ответы на эти вопросы есть. Есть магия голоса Димаша. Есть магия тех песен, что он исполняет. Димаш – певец-музыкант. Его жизненная квинтэссенция заключается в том, чтобы давать нам романтику, любовь, добро. Он достает до самой глубины души, до самого сердца. И нам остается благодарить Всевышнего за этот талант, за эти песни, которые поет Димаш Кудайбергенов. Нет дня, чтобы я не слушал его песни. И думаю, что таких, как я, десятки, тысячи, сотни, а теперь уже миллионы. Пожелаем Димашу, у него скоро день рождения в мае. Пожелаем ему добра, здоровья и счастья. Его и его великолепной семье. Вот что я хотел вам сказать. Также Ефим Ташлицкий является одним из создателей самаркандского телевидения. Уверен, что он очень интересный собеседник, и ему будет что нам рассказать. Поэтому, если вам так же, как и нам, интересна эта встреча, напишите об этом в комментариях. Уверен, что мы сможем организовать с ним онлайн-встречу. Поэтому прямо сейчас напишите в комментариях, ждем Ефима Владимировича в гости. И можете сразу написать свой вопрос, чтобы мы были готовы. Алга!